Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Здравствуйте, решим задание 453. И нам нужно найти произведение 2 третьих, умножается на 1,1, на 3 четвертых, на 1,1, на 4 пятых, так, простите, что-то не допишу, на 4 пятых, и на 1,1. Давайте сначала все смешанные числа переведем в неправильные дроби. 2 третьих так у нас и остается. 1,1 переводим в неправильную дробь. Для этого знаменатель умножаем на целую часть и прибавляем числитель. Это будет новый числитель, знаменатель остается тот же. 2 на 1, 2 плюс 1, 3. То есть еще на 3 вторых умножаем. Умножаем на 3 четвертых. Переводим следующее смешанное число в неправильную дробь, 1,1. 3 на 1 будет 1, и плюс 1, 4. 4 третьих получается. Умножаем на 4 пятых, а 1,1, если перевести в неправильную дробь, получится 5 четвертых. А теперь, если объединить вот таким вот образом произведение, то есть сочетательным свойством произведения воспользоваться, то получаем, что в каждой скобке у нас произведение двух взаимнообратных чисел, которое равняется единице. То есть мы получаем 1 умножить на 1 умножить на 1, и в итоге получаем 1. И выполнили задание 453. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.